Наша задача – оказать всемерную поддержку великому Дарио. В этом суровом и холодном. Холодном, это точно. О, да! В этом суровом и холодном. Я бы даже сказал, невероятно холодном. Суровом и холодном. А как насчет невероятно и фантастически холодном? Молчать! Хватит болтать! В этом суровом и холодном краю, в котором мы сейчас находимся! Я бы не сказал, что так уж холодно. Это кто? Лоран! Он вообще не мерзнет! Он из Имрхаина! Там вечно холодрыга! Но если ему слишком жарко, пусть домой идет. Молчать! Смотрите у меня, всем стоять на месте! Мы здесь для того, чтобы сражаться, ясно, воин? Так точно, сэр, но... Но если лед растает, мы будем разбросаны по всей округе. Вот именно! И станем легкой добычей для этих монстров! А мне не хочется остаться без головы, потому что никто не удосужился построить нормальные дороги. Слава богу, что вы здесь. Нам совершенно необходима ваша помощь. Мы можем на вас рассчитывать. Мы уже несколько недель сражаемся с воинами таинственного народа, и конца этому не видно. Мои солдаты устали и измотаны. Поэтому я прошу вас обследовать болото в районе Танфлеха. Где-то там находится лагерь этих тварей. Но прежде всего вам нужно устроиться. Выбирайте любую из наших бывших крепостей. С первой особых проблем быть не должно. Но в этом районе очень мало ресурсов, так что вам придется активно заниматься торговлей на рынке. Возле второй крепости есть крупные залежи ресурсов, но там вы чаще будете подвергаться вражеским атакам. А это третья. Раньше это был наш военный пост, но, к сожалению, пришлось его оставить. Судя по всему, вражеский лагерь недалеко отсюда. Думаю, наладить оборону будет непросто. Как только выберете крепость, мы сообщим вам о следующих шагах. Не забудьте взять все войска, которые у вас есть. Зима не вечно будет продолжаться. И когда она кончится, нам придется решать проблему, о которой говорил капитан. Армия будет разбросана по островам. Так точно, есть. Так точно. С удовольствием. Естественно. Да. Твои рабочие платят налоги. Есть, сэр. Есть, сэр. С удовольствием. Будет немного шумно. Будет сделано.
Как прикажете. Смотри дальше. Смотри. Так точно. Сейчас делаю. Так точно. Естественно. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Я покажу дорогу. Да. Смотри дальше. Да. Хорошо. Постараюсь. Здравствуйте. Хотите здесь расположиться? Отлично. Прошу вас, заходите. Новое задание. Крестьянин начал обеспечивать твое поселение едой. Торговец начинает свою работу на рынке. Ученый начинает исследование. Готов. Милорд, мы получили послание от капитана. Я слышал, вы выбрали себе крепость. Очень хорошо. Не могли бы вы нам помочь соединить острова мостами? Иначе с наступлением лета мы окажемся здесь взаперти. От армии, разбросанной по разным островам-то, толку мало. Особенно в случае нападения. Воины таинственного народа выслали вперед разведчиков. Этот район тихий и пустынный, так что ваш поселок быстро обнаружат, так что будьте осторожны. Я уверен, как только у них появится возможность переправиться через реку, они точно пойдут в атаку, так что советую поторопиться. Теперь в твоем распоряжении есть новые технологии. Да. Мне так это нравится. Да. Как пожелаешь. Да? Как пожелаешь. Да. Скоро мы прорвемся туда! Я не могу это сделать! С удовольствием! Как пожелаете! Да! Смотри дальше! Все, как ты хотел! Каменотес поступил к тебе на службу. Кому из твоих поселенцев негде спать. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Ага, если так нужно. Все, как ты хотел. Обжигальщик берется за свою работу. Ня! Считай, сделано. Да, справедливо. Мы подготовлены к этому. Естественно. Конечно. Считай, сделано. Да, хорошо. С удовольствием.
Твои рабочие платят налоги. Есть. Готово. Шахтер начинает работу в одной из твоих шахт. У тебя недостаточно жилья, твое величество. Твои фермы не справляются. Хорошо. С удовольствием. Если так нужно. Мне так это нравится. Мне так это нравится. С удовольствием. Естественно. Естественно. Я покажу дорогу. Естественно. День сбора налогов. Естественно. Туда. Да-да. Хорошо. Мне так это нравится. Естественно. Есть. Есть. Ну, конечно же. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. С удовольствием! О, да! Немедленно! Так точно. Есть. Естественно. Есть.
открыта новая технология. Готово! Пришло время улучшить твою резиденцию. Плотник начал работу. Считай, сделано. Естественно. У тебя недостаточно жилья, твое величество. Недостаточно еды. Осторожнее с пушкой! Ну, скоро мы увидим фейерверк. Все для тебя. Налоги. Ну, конечно же! Смотри! Возьми мой бинокль. Эврика! Смотри! Все для тебя. С удовольствием. Как пожелаешь. Все, готово. О, да. Мне так это нравится. Недостаточно жилья, твое величество. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Недостаточно еды. Естественно. Есть, сэр. Так точно, так точно. Смотри дальше. Есть, сэр. Естественно, все для тебя. Земля уже под снегом. Скоро мы прорвемся туда! Да, да, милорд. Как пожелаешь. Как прикажете. Конечно. Есть, естественно. Есть. Защищайся, на тебя напали. Сделка оформлена. Ага.
день сбора налогов. Закончил, можно отдохнуть. Алхимик берется за работу. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Твои фермы не справляются. И тогда мы надули старого жулика, и он... Ой, слушай, хозяин. Так точно. Сейчас делаю. Да. Сделка оформлена. Я справлюсь. Да, взять их! Не бойтесь, вам не причинят вреда. Герой в опасности. Да-да. Ага. Прикончить их! Иди с благословением Господним! Осторожнее не подходите! Налоги! Ты точно попадешь. Да. Ваше желание для нас закон! Бой! Мужайтесь! Победа будет наша! Твою деревню атакуют! Аесса! Понял! Конечно! Будет сделано! Точно. Все для тебя. Не хочешь заняться кроватями? Мне спать негде. Конечно. Немедленно. О, да. Улучшение завершено. Ты наткнулся на врагов, они атакуют. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Здание было улучшено. Хорошо. Да. Так. Твои рабочие платят налоги. Считай, сделано. Конечно. Да. Аесса! Хорошо. Да. Лети и покажи, что увидишь. Считайте, сделано. Целься как следует. Сейчас прицелюсь. Прикончить их! Мне нужна ваша помощь, друзья!
Господь даст тебе силу. Мы подготовлены к этому. Да, командир. Мы позаботимся об этом. Мы позаботимся об этом. Немедленно! Готово! Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. День сбора налогов. Мне так это нравится. Без проблем. О, да! Теперь в твоем распоряжении есть новая технология. Потеплело, пора снимать теплую одежду. Кузнец берется за работу. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Если так нужно. Готово! У тебя недостаточно жилья, твое величество. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Мне так это нравится. Ну вот. Да, хорошо. Все для тебя. Твои подданные открыли новую технологию. Твои подданные открыли новую технологию. Я тут закончил. Можно отдохнуть? В твоем государстве не хватает кроватей. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Эврика, сделка оформлена. Да. Считай, сделано. Да, хорошо. Да-да. Немедленно. Thank you.
Сейчас делаю. Все для тебя. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Мы подготовлены к этому. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Все, готово. Да. У тебя недостаточно жилья, Твое Величество. Недостаточно еды. Открыта новая технология. Отличное место для работы. Улучшение завершено. Считай, сделано. В твоем государстве не хватает кроватей. Я устал. А уж я-то знаю, что делать в теплой кровати. Налоги! Осторожнее с пушкой! Да? Улучшение закончено. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Здание было улучшено. Завершим рукопожатием. Ну, конечно же. Да. Сделка оформлена. Без проблем. Почему бы и нет? Конечно. Не щади себя. Смотри на меня и делай, как я. У меня беда. На помощь! Понял. Мы позаботимся об этом. Готово. Мы позаботимся об этом. Да. Сера. Нам нужна сера. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Твои рабочие платят налоги. Сделка заключена. Точно. Естественно.
твои фермы не справляются. Конечно. Немедленно. Исследования завершены. Почему бы и нет? Да, хорошо. Считай, сделано. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Если так нужно. Для тебя все, что угодно. Инженер приступил к работе. Мне так это нравится. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. День сбора налогов. С удовольствием. Ну, конечно же. Ты не можешь не трепать мне нервы своими пинками и толчками. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Улучшение произведено. Все, как ты хотел. Считай, сделано. С удовольствием. У тебя недостаточно жилья, твое величество. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Все, как ты хотел. Да. Без проблем. Подданные открыли новую технологию. Если так нужно. Эврика! Почему бы и нет? Теперь в твоем распоряжении есть новая технология. Твои рабочие платят налоги. Хорошо. Так и будет. Хорошо. Считайте, сделано. Сейчас! Сделаю все, что смогу. Ну вот. Да. Да. А я, сэр. Считайте, сделано. В бой! Ты точно попадешь. Сейчас прицелюсь. Мы с ними покончим. Герой в опасности. Эй! Вы нужны мне! Хорошо, конечно. Как пожелаешь. Вперед! Будет.
налоги. Жизнь хороша. Одевайся потеплее, скоро пойдет снег. Конечно. Да. Зима на дворе. Недостаточно еды. С удовольствием. Да. Снова лето. О, да. Хорошо. С удовольствием. Ага. Если ты так думаешь. Хорошо. Да, хорошо. Да, хорошо. Считай, сделано. Исследования завершены. С удовольствием. Ну, конечно же. Ага. Почему бы и нет? Есть, сэр. Разве тут не прекрасно? Налоги! Пожалуй, я здесь останусь. Осторожнее не подходите! Улучшение закончено. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Да. Сейчас делаю. С удовольствием. С удовольствием. Эврика! Сделка заключена. Считай, сделано. Ну, конечно же. Твои рабочие платят налоги. Нужно побольше дерева. Считай, сделано. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Ага.
готово! Шинкарь приступает к работе. Недостаточно еды. Все, готово! Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Скоро наступит зима. Опа! Опа! Отлично! Снег, да? Да. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Твои рабочие платят налоги. Твои фермы не справляются. Все, как ты хотел. Без проблем. С удовольствием. Хорошо. Без проблем. Так точно. Я покажу дорогу. Недостаточно еды. Есть, сэр. С удовольствием. Смотри. Все для тебя. С удовольствием. Смотри. Да. Все для тебя. Отлично. Солнце сияет, лето на дворе. Все для тебя. Да. Да. Сейчас делаю. Закончил. Можно отдохнуть? Казначей начинает свою работу в банке. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Твои фермы не справляются. Я устал, но мне даже поспать. Отличное место для работы. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Все для тебя. Естественно. Так точно. Естественно. Сейчас делаю. Да. Да? Как пожелаешь. Ну, конечно же. Улучшение закончено. Сейчас делаю. Все для тебя. Здание было улучшено. У тебя недостаточно жилья, твое величество. Недостаточно еды. Готово, хозяин. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Теперь в твоем распоряжении есть новая технология. Улучшение закончено. Кому из твоих поселенцев негде спать. Твои рабочие платят налоги. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Теперь
Теперь в твоем распоряжении есть новые технологии. С удовольствием. Естественно. Есть. Есть. Здание было улучшено. Опа! Защищайся, на тебя напали! Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Недостаточно жилья, твое величество. Изучение новой технологии окончено. Эврика! Я устал. Не хочешь заняться кроватями? Мне спать негде. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Да-да. День сбора налогов. Немедленно. О, да. Да, хорошо. Почему бы и нет? Улучшение закончено. Готово! Ну, конечно же! Да, хорошо. Недостаточно еды. Ничего нет. Можно я пойду? Тебе не хватает глины. Да-да. Да-да. Улучшение закончено. Налоги. Все, готово. Да. Да. Хорошо. Считай, сделано. Конечно. Без проблем. Хорошо. И как я смогу сосредоточиться, когда ты дергаешь меня? Да!
Нужно побольше дерева. А уж я-то знаю, что делать в теплой кровати. Да. Очень хочу есть. Пожалуйста, нужно больше ферм. Как пожелаешь. Все, готово. Архитектор мостов приступает к работе. Ты не можешь не трепать мне нервы своими пинками и толчками. Без проблем. У тебя недостаточно жилья, твое величество. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Твои подданные открыли новую технологию. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Здание было улучшено. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. А уж я-то знаю. Если хочешь, чтобы дела шли в гору, дай мне работу. Готово, хозяин. Немедленно. Да-да. С удовольствием. Жизнь хороша. Твои фермы не справляются. Я устал. Полцарства за кровать. Пускай даже и платную. Все кончилось. Ага. Мне так это нравится. Да. Налоги. Я тут закончил. Можно отдохнуть? В твоем государстве не хватает кроватей. Хорошо. К
Как пожелаешь. Отлично! Немедленно! Я тут закончил. Можно отдохнуть? Считай, сделано. Архитектор мостов приступает к работе. Один из рабочих в беде. Враги атакуют. Да. Да. У тебя недостаточно жилья, твое величество. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Готово. День сбора налогов. Скоро наступит зима. Да. Земля уже под снегом. Лени, погода улучшилась, снова тепло. Да-да. Да. Ага. Я устал, но мне даже поспать негде. Зак, больше не упоминайте при мне налоги. Я безработный и нищий. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Недостаточно еды. Готово, хозяин. О, да! День сбора налогов. Готово! Ну, конечно же! С удовольствием! Дело сделано. Мне так это нравится. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Считай, сделано. Конечно. Без проблем. Готово. Дело сделано. Изучение новой технологии окончено.
да. Да. Налоги. Готово. Без проблем. Да. Архитектор мостов приступает к работе. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Недостаточно еды. Мне тут нравится. Открыта новая технология. Скоро наступит зима. Исследования завершены. Если ты так думаешь, да, хорошо. Земля уже под снегом. Изучение новой технологии окончено. Солнце сияет, лето на дворе. Я устал. Полцарства за кровать. Пускай даже и платную. Налоги. Готово. Твои ученые изобрели новую технологию. Немедленно! Неа! Полцарства за кровать! Так, больше не упоминайте при мне налоги! Я безработный и нищий! Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Недостаточно еды. Твои подданные открыли новую технологию. Ну, конечно же! Немедленно! С удовольствием! Да! О, да! Готово! Ага. Сделка оформлена. Конечно. Да-да, конечно. Считай, сделано. Конечно. Да. Налоги.
Понял, понял. Опа! Открыта новая технология. Отличное место для работы. Изучение новой технологии окончено. Архитектор мостов приступает к работе. Если так нужно? Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Твои фермы не справляются. Хорошо. 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 Полцарства за кровать, пускай даже и платную. Улучшение произведено. У тебя недостаточно жилья, Твое Величество. Полцарства. А уж я-то знаю, что делать в теплой кровати. С удовольствием. Считай, сделано. А уж я-то знаю, что... Мне негде работать. Считайте, сделано. У тебя недостаточно жилья, Твое Величество. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Ты хотел. Если так нужно. Хорошо. Да. Я не против. Мне это нравится. Да, милорд. Да, естественно. С большим удовольствием. Естественно. Я справлюсь. Сделка была заключена. Да, командир. Как пожелаете. Готово. Я тут закончил. Можно отдохнуть? В твоем государстве не хватает кроватей. Не волнуйтесь. Так и будет. Да, командир. Прикончить их! С удовольствием! Исследования завершены. Ну, конечно же. Без проблем. Да.
Готово! Оружейник поступил к вам на службу. В твоем государстве не хватает кроватей. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Улучшение произведено. Теперь в твоем распоряжении есть новые технологии. Осторожнее, не подходите! Если так нужно? О, да! Готово! Лидейщик начинает работать. Да, хорошо. У тебя недостаточно жилья, твое величество. С удовольствием! Хорошо. Мне так это нравится. Конечно! Сейчас! Да! Как прикажете. Понял. Мы подготовлены к этому. Ваше желание для нас закон. Налоги. Если так нужно. Раздобудь побольше камней. Как прикажете. Понял. Да, командир. Предоставьте это нам. Открыта новая технология. Теперь в твоем распоряжении есть новая технология. Здание улучшено. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Ага. Сделка заключена. Да. 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 Ага. Хорошо. А я, сэр, сделаю все, что смогу. Считайте, сделано. С удовольствием. Предоставьте это нам. Ага. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Конечно. Да-да. С удовольствием. Считайте, сделано. Конечно. Без проблем. Да. А я, сэр. Да, командир.
Осмотрись вокруг. Я справлюсь. Как пожелаете. Да. Ага. Изучение новой технологии окончено. Да, командир. Ага. Если так нужно. Твои рабочие платят налоги. С удовольствием. С удовольствием. Все, готово. С удовольствием. Немедленно. Да, хорошо. Твои ученые изобрели новую технологию. Да-да. Без проблем. Эврика! Готово, хозяин. Как пожелаете. Ну, тут какое-то недопонимание. Меня здесь нет, и вообще это не я. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Если так нужно. Улучшение завершено. Да. Изучение новой технологии окончено. Да. Немедленно. В твоем государстве не хватает кроватей. Твои фермы не справляются. Конечно. Да. Одевайся потеплее, скоро пойдет снег. Готово. День сбора налогов. Если так нужно. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Недостаточно еды. Снег. Солнце сияет. Лето на дворе. Да. Готово, хозяин. Без проблем. В твоем государстве не хватает кроватей. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Если так нужно. Хорошо. Хорошо. Да. Без проблем. С удовольствием. Мы позаботимся об этом. Почему бы и нет? Готово. Да. О, да.
кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Сейчас! Понял! Твои рабочие платят налоги. Готово! Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Недостаточно еды. Все, как ты хотел. Да. Считай, сделано. Да, хорошо. Все, как ты хотел. С удовольствием. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Сделка оформлена. Улучшение закончено. Без проблем. Готово, хозяин. Здание было улучшено. Да. Твои фермы не справляются. В твоем государстве не хватает кроватей. Да, хорошо. Все, как ты хотел. Конечно. Твои рабочие платят налоги. Все, готово. Да. Да-да. Архитектор мостов приступает к работе. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Одевайся потеплее, скоро пойдет снег. Теперь в твоем распоряжении есть новая технология. Зима на дворе. Снова лето. Хорошо. Нужно больше камней. Твои рабочие платят налоги. Если хочешь, чтобы дела шли в гору, дай мне работу. Ну, конечно же. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Недостаточно еды. Эврика! Открыта новая технология. Сделка оформлена.
Готово! Хорошо. Считайте, сделано. Эврика! Открыта новая технология. Все, как ты хотел. Мы позаботимся об этом. Да, хорошо. Здание улучшено. Твои рабочие платят налоги. Я справлюсь. Улучшение закончено. Понял. Аяса! Понял. Ваше желание для нас закон. Улучшение завершено. Так и будет. Как пожелаете. Да? Осторожнее не подходите. Будет сделано. Завершим рукопожатие. Улучшение произведено. Здание улучшено. Если так нужно. Исследования завершены. Конечно. Тебе нужно больше глины. Улучшено. Твои рабочие платят налоги. Да. Я справлюсь. Улучшение завершено. Твои фермы не справляются. Хорошо. Мы подготовлены к этому. Не волнуйтесь. Готово. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Ваше желание для нас закон. Я устал. Не хочешь заняться кроватью? Мне спать негде. Не щадить себя! Покажите мне, что вы умеете. Поосторожнее там. Мне нужна ваша помощь, друзья. Мужайтесь, победа будет наша. Иди с благословением Господним. Я справлюсь. Так и будет.
герой в опасности. Покажите мне, что вы умеете. Налоги. Ари побеждена и не может сражаться дальше. Улучшение закончено. Да, с удовольствием. Бей их! Ну, естественно. Здание улучшено. В атаку! Герой в опасности! Готово! Улучшение закончено. Твои рабочие платят на... Если мне не найдется места на ферме, я помру с голода. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего... Как насчет того, чтобы... Я очень хочу есть. Пожалуйста, нужно больше ферм. Улучшение завершено. Хорошо. Тебе нужно больше глины. Здание было улучшено. Да, хорошо. Да. Хорошо. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Твои фермы не справляются. Хорошо. Готово! Готово. Я очень хочу есть. Пожалуйста, нужно больше ферм. Ну, конечно же. Сэр. Понял! Справедливо! Ваше желание для нас закон! Мы позаботимся об этом! Налоги! С удовольствием! Улучшение закончено.
Все, готово! Архитектор мостов приступает к работе. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Здание улучшено. Открыта новая технология. Твои ученые изобрели новую технологию. Готово. Полцарства за кровать. Пускай даже и платную. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Мне так это нравится. Не хочешь заняться кроватями? Мне спать негде. И тогда мы надули старого жулика, и он... Ой, слушаю, хозяин. С удовольствием. Хорошо. Готово, хозяин. Ага. Считай, сделано. Если так нужно. Разве тут не прекрасно? Твои ученые изобрели новую технологию. Изучение новой технологии окончено. Готово. Хорошо. Да. Твои подданные открыли новую технологию. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Ну, конечно же. Хорошо. Хотел. Да-да. Все, как ты хотел. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Готово. Да, хорошо. Ага. Твои ученые изобрели новую технологию. Да. Твои подданные открыли новую технологию. Без проблем. Да-да. Твои подданные открыли новую технологию. Здание было улучшено. С удовольствием. Хорошо. Скоро наступит зима. Улучшение закончено. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены.
Улучшение завершено. Земля уже под снегом. Здание было улучшено. Снова лето. Не хочешь заняться кроватью? Так, больше не упоминайте при мне налоги. Я безработный и нищий. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Солдаты смели последние баррикады и ринулись к руинам Танфлиха. Теперь их ничто не может остановить. Замечательно! Все мосты готовы. Я принимал ванну, когда мне доставили послание от капитана. Право же, такая невоспитанность! Ай-яй-яй! Ну, что это за манеры? О чем я говорил? Ах да, послание. Так вот, милорд, слушайте внимательно. На севере находится лагерь таинственного народа. Капитан считает, первый удар надо нанести именно там. Это их ослабит. Атакуйте лагерь, а капитан поможет вам своими войсками. Хорошо. Немедленно! День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Как прикажете. Осторожнее не подходите! Как пожелаешь. Если Господу так угодно. Хорошо. Острого тебе глаза и крепкой руки. Эй! Вы нужны мне! Улучшение завершено. Один из героев в беде. Враги атакуют! Покажите мне, что вы умеете! Как пожелаешь. Естественно. Мы подготовлены к этому. Как пожелаете. Да, командир. Да, с удовольствием. Все, готово. Ну, конечно же. Готово, хозяин. Улучшение произведено. Ну, конечно же. Ну, конечно же. Эврика! Здание улучшено. Враги напали на героя. Справедливо. Во имя Господа нашего. Твои рабочие платят налоги. Здание улучшено. Хорошо. Улучшение закончено. Если так нужно. Не волнуйтесь! Наступит зима.
Конечно! Враги напали на героя! Целься как следует. Земля уже под снегом. Естественно. Снова лето. Будет громко. Думаю, это тебе не понравится. Ага. Естественно. Хорошо сделаю. Уже иду. Предоставьте это нам. Да, командир. Твои рабочие платят налоги. Без проблем. Да, командир. Так и будет. Закончил. Можно отдохнуть? Считай, сделано. Да-да. Здание было улучшено. Ваше желание для нас закон. Без проблем. Улучшение завершено. Один из рабочих в беде. Враги атакуют. С удовольствием. Да. Да-да. Да. Я не могу это сделать. День сбора налогов. Готово. Да, с удовольствием. Почему бы и нет? Да. Здание улучшено. Здание было улучшено. Считайте, сделано. Хорошо. Хорошо. А я, сэр, сделаю все, что смогу. Предоставьте это нам. Хорошо. Как пожелаете. Мужайтесь, победа будет наша. Одного из твоих героев напали. Гелиос был изнурен битвой и потерял сознание. Скоро мы прорвемся туда. Целься как следует. Пилигрим израсходовал все силы и пал на землю. Юки лежит на поле боя без сознания. Эй! Вы нужны мне! Уничтожить их! Аяса! Как прикажете. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Сделаю все, что смогу.
сделаю все, что смогу. На тебя напали. Считайте, сделано. Сейчас! Мужайтесь, победа будет наша! Поосторожнее, да? Покажите мне, что вы умеете! Конечно! Бой! Тебя напали! Сядь! Не щадит себя! Прикончить их! Пусть твой язык будет острым, как кинжал, а сердце мягким, как тофу. Бой! Мужайтесь! Победа будет наша! Юки лежит на поле боя без сознания. Понял! Сядьте! Да, да! Вперед! Пилигрим был повержен в бою! Мужайтесь! Победа будет наша! На тебя напали! Не щадит себя! Покажите мне, что вы умеете! Мы позаботимся об этом! Я справлюсь! Дарио повержен на поле битвы, он не может сражаться! Уничтожить их! Да, будет сделано! День сбора налогов! На тебя напали! Да, будет сделано! Будет сделано! Считайте сделано! Как прикажете! Да, Мило! Понял! Вперед! Мужайтесь! Победа будет наша! Острого тебе глаз и крепкой руки! Уничтожить их! В атаку! Прикончить их! Один из героев в беде! Враги атакуют! В атаку! Мужайтесь! Победа будет наша! Мы подготовлены к этому! В атаку! Покажите мне, что вы умеете! Мы позаботимся об этом! Сейчас! Бой! Не волнуйтесь! Враги напали на героя! Одна из залежей серы практически полностью выработана. Мужайтесь! Победа будет наша! Уничтожить их! Я! Не волнуйся, я знаю, что делаю. Мужайтесь! Победа будет наша! День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Сядьте! Предоставьте это нам. Покажите мне, что вы умеете. Герой в опасности. Не щадит себя! Дарио понял, что есть только один способ покончить с мстительным таинственным народом. Надо найти и уничтожить их королеву. Но как найти призрак, которого не видно и не слышно?